предлагаю увеличить количество заданий в лабиринтах во много раз с помощью волшебного экрана. Папки «Пиши, стирай». Накладываем экран на лабиринты и разными цветами рисуем разное количество разных фигур под картинками. Например, это могут быть синие и красные кружочки. Затем просим назвать ребенка сначала картинки с красными кружочками, а потом с синими. Называть слово нужно столько раз, сколько кружочков под картинкой. Использовать этот шаблон можно с разными лабиринтами многократно. А затем можно все стереть и нарисовать новые фигуры. Например, это будут красные треугольники, квадраты и овалы. И уже попросим ребенка назвать картинки сначала с треугольниками, потом с овалами, потом с квадратами. Уровень сложности заданий будет зависеть от индивидуального развития ребенка. Желаю успешных занятий!